Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я еду в горы. Вот такая вершина. Высотой она 1020 метров над уровнем моря. Полюбуемся вот такой красотой нашей. И поднимемся на эту вершину. Посмотрим вид. Со мной мои друзья. Денис, Оксана. Еду я не один. Отъехали мы уже порядочно от нашего села Терлян. Вот такая вот красота. Но оставайтесь со мной. Полезем на вершину. Вот. Наша спутница Оксана уже полезла. Вот на такую стену. Альпинистка. Скалолазка. Вот, друзья мои. Хочу вам показать Уральский лес. И еще раз. Скалу. Вершина 1020. Посмотрите, какой камень, как клык какой-то. Вперед! Вот, друзья мои, зрители, залезли на скалы. Тут небольшой тупик так у нас. Вот ждем, смотрим, какая дорога, как ее выбрать. Ну, попробуем сейчас здесь вот вниз спуститься и залезть вот на эти скалы. Ну вот, друзья мои, одно препятствие преодолели, а тут вот такой вот обрыв. Придется возвращаться назад и подняться вот на эту площадку. Обрываются они, вот эти скалы. Столько трудов было. Тут вот без веревки никак. Но посмотрите, панорама открывается. Вдали вот гора Еремель. Видно. Такая вот красота. Ну что же. Возвратимся, попробуем еще. Вот на этой скале я был. Дальше, вот видите, обрыв. И никак. Ну, идем дальше. Вот попробовать вот здесь где-то подняться. Вот в той расщелине. Сейчас подойду поближе. Посмотрю. Друзья мои, вдалеке тоже есть где подняться, но только по этой расщелине. Ну вот мы забрались. Тут такие площадки. Брусника. Но уже поспевает. Покажу вам, как мы пролезли. Вот по этой расщелине. Вниз. Так вот, ну, лезть проще, главное дело спуститься. Ну вот она, ну не лишнего брусники, но есть. Нет, здесь вот повыше есть она бруснишка. Такие кустики красненько уже, но рановато, конечно, она еще глубокая. Ну что, Оксан, как тебе? Все. Нормально? Да. Помаши ручкой. О, молодец, поднялась. Ну посмотрим панораму еще раз.
Обзор какой. Ну, гора хоть и тысячник, но панорама отсюда не особо. Вот на запад видно только гору Колокольня. Вот так она смотрится. Внизу вот инзерские зубчатки. Так вот, снимаю на краю обрыва, который стену я вам показывал. Вот я на ней стою. Так, тихонько развернусь. Тихонько. Ну тут нет ничего не видать. Надо чуть повыше подняться еще. Ну пройдемте. Вот хочу показать вам еще скалы. Друзья мои, начали спускаться. Сложновато, конечно. Но ничего, все будет хорошо. Вот пока скалы посмотрим. Ну вот, друзья мои, полюбуемся еще панорамой. Собственно говоря, стою я на самой вершине, 1020 метров. Такая панорама на северо-восток, а на запад практически ничего не видно. Смотрите, маленькая лиственница и какие на ней шишки. Когда они цветут, очень красиво бывает. И вот рябина. Ну, будем спускаться. Ну, все хорошо. Спустился. Скатился, все мы слезли, но возвращаемся назад к нашей технике. Ну вот, друзья мои, поднялись мы на эту вершину. В общем-то, вершинка интересная, но обзора с нее нету. Ну а по скалам полазить можно. Ну вот, еще покажу вам ее, и мы поедем дальше. Ну, всем пока, друзья мои. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Со своими друзьями Оксаной и Денисом. Ну, всем пока. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.